Самое доброе утро, друзья. Ну, в общем, вчера сходила я, покрасила волосы. Вот такой цвет. Не пугайтесь, он всегда такой очень насыщенный. А потом начнет вымываться, и уже будет такой легенький персик. И держится он приблизительно у меня 3-4 недели. Ну, а потом вообще вымывается, и остается почти только база. Ну, с таким вот легким персиком база и останется. А потом я уже сама тонирую. То есть я потом на повторную тонировку раньше ходила, а потом поняла, что я это могу делать дома, и делаю теперь дома. Плюс мне больше нравится, когда я контролирую процесс, ну, то есть когда я смешиваю. Вот, допустим, вот этот цвет, это оранжевый с розовым. Чуть-чуть больше розового, и вот он в розовинку больше ушел. А если бы чуть-чуть больше оранжевого, как год назад у меня было, там у меня такой был оранжевенький больше. Так что вот так вот осветлили уже больше, и волосы обламываются у меня, но что ж поделать, они у меня тонкие, кудрявые, конечно же, они будут обламываться. Это я их уже уложила. А я как, короче, делаю, я прихожу, давайте тут вам порассказываю, я прихожу из салона и потом перемываю обязательно голову дома. И сама их укладываю, потому что, ну, они там не умеют, во-первых, это делать, а во-вторых, нет никаких средств. А укладочных средств, ну, с собой таскать в салон, такое себе удовольствие, поэтому я все делаю дома сама. А в Минске у нас есть салоны, ну, это не салон, такие, знаете, парикмахерские для кудрявых людей, для кудрявых волос там. Но там не красят волосы, там только учат, как за ними ухаживать. То есть стригут, рассказывают, как вот делать, чтобы завиток был и все такое. Это я и так все, конечно же, знаю, умею. Но вот для тех, кто как бы вступает в эту кудрявую игру, очень даже будет полезно, потому что профессионал все расскажет. Давайте что-нибудь вам покажу интересное. В моей мастерской что происходит? Значит, тут у меня стоит, буду вот торцы прокрашивать торец. Там у меня надо натянуть, но степлер надо купить. Здесь я покрываю. Уже тут, по-моему, два слоя у меня. Еще слоя два буду грунтом покрывать. Так что сегодня вот нарезала картоночку. Это загрунтовано и уже покрашено. Ну, как остатки краски я туда. Поэтому тут, по-моему, у меня даже ничего и не изменилось. Девушка, я ей, по-моему, чуть-чуть тоже мазков добавила на задний фон. Что-то она мне показалась скучненькой, я добавила. Котярики мои все еще сохнут. Этот сохнет. Венеция из одного из последних моих мастер-классов сохнет. Вот этой девушке я тут тоже больше, ну, как бы, имитации волос добавила. Все, тут наш последний кот тоже сохнет. И тут у меня вот мой исправленный глазик. Тоже сохнет, потому что черный долго всегда сохнет. У меня черный и красный дольше всего сохнут. Вот, и здесь вот эти вот мои картины все как и были. Ничего не поменялось. Я немножечко устала от таких вот ярких цветов. Ну, прям вот. Тут видно, да, это чистые цвета, я их почти там редко с чем смешиваю. И хочу что-то такое, знаете, более приглушенное. Поэтому сейчас, ну, тут пока что сейчас не очень приглушенное, потому что тоже ярко. Но будет немножечко поприглушеннее. Вот эта картинка, вот из интернета, что я взяла референс. И вот сейчас мы его перерисовываем. А потом я такую бомбезную картину нашла. Ну, бомбезную по моему настроению. Мне, так как сейчас преддверии май, мода стиралась наконец-то, мне очень хочется нарисовать небо грозовое. Где-нибудь тут сбоку такую, знаете, дорожку проселочную с какого-нибудь, а может даже посередине, можно даже сделать посередине, значит, дорогу, так расходится небо, знаете, с такими пробелами, не совсем вот прям грозовое, с пробелами, а здесь ромашковое поле, ну, с обеих сторон или какой-то с одной стороны ромашковое поле, ну, короче, вот так вот,
что там не хочется. Сказала вам, что не такая яркая, но на самом деле эта тоже картина будет яркая. Я уже вижу. Я уже вижу, что она будет такая яркая. Ну ладно, может что-нибудь другое приглушенное нарисую. Так что вот так вот, друзья, вот так вот. Итак, друзья, вот на таком мы сейчас этапе. А вот картинка вот так вот выглядит. Засветлю еще, наверное, я чуть-чуть фон. И чуть-чуть подобавляю. Вот здесь у меня очень сильно зелено, а тут, видите, промежуточки есть. То есть я чуть-чуть подобавляю. Ну вот, вообще-то вот так. Захотелось мне обычно, я чуть-чуть сглаживаю цветы мастихинчиком где-нибудь, но здесь мне хотелось вот именно передать вот эту кудрявость, и я вот ее передавала как бы вот так вот мастихинчиком. Ну, давайте я сейчас поставлю на быструю съемочку, как раз покажу, как я тут, наверное, еще у меня тут минут 5-10, и я уже все закончу. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Ну а вот, друзья мои, абстрактные ирисы. Вот такое вот прям московое. Конечно же, можно было затереть задний фон. Ну, как бы затереть, это сделать такие плавные переходы. И на их фоне нарисовать, может, как-нибудь с вами так и нарисуем, вот такие прям нарочито московые ирисы. Тоже классно будет смотреться, но мне хотелось именно прям вот все как бы, все в таких больших жирненьких мазочках. Поэтому у меня вот такая работа, в следующий раз, может, сделаем ее немножечко по-другому. Ну что, друзья, у меня тут уже процесс начался. Вот такие вот я же хочу ромашечки. Набросала я уже небо. Вот таким образом оно у меня всегда выглядит вначале. А потом я начинаю мастихином как бы втирать один цвет в другой, один в другой. И вот вырисовывать облака, вот все такое. Так что вот так вот вначале выглядит, потом покажу, как после. И... Вот у меня сохнет мое поле с ирисами. Очень московое, очень такое текстурное. То есть тут прям очень много текстурочки. И вторые вот здесь вот у меня. Вчера краска оставалась, то я думаю, нарисую еще такую миниатюрку. И вот вторые. Так что вот, ребятки, давайте... как дети кричат. Это вот у меня уже почти высохло.
Моя Венеция. Ну ладно, давайте грозовое небо. Итак, на каком мы этапе? Вот у меня облачка уже появились. Не знаю, еще закончила я с ними или нет. Может, еще потом чего-нибудь доделаем. Тут вдали сейчас лес. Ну, а дальше я уже мастихином не хочу. Уже буду кистями. Уже сейчас лес. Тут ромашечки. Задний фон такой сделаем мазковый. Короче, вот так вот. А вот, друзья, и финальный результат. Пишите, как вам. Мне очень понравилось. Референс давайте я вам напомню. Вот такой вот у меня был референс, но мне хотелось еще дорогу. Поэтому у меня тут появилась вот дорога, которая уходит туда. Вот. Дорогу мне захотелось сделать такую, как будто, чтобы по ней, знаете, вот эти... Ну, короче, у меня тут еще один референс есть, и там была конкретно дорога с ромашечками. И вот такая вот она у меня получилась с грозовым таким небом. Мне, знаете, что напоминает? Напоминает, точнее, не так, в моей голове, я же не перерисовываю картинку, я просто беру вот какие-то отдельные части, и вот это вот мне напоминает июнь. Вот я бы ее назвала июнь. То есть еще вот все пышет, вот ромашки цветут. А здесь, допустим, на референсе оно было, видите, все более такое пожухлое. Но мне хотелось именно, чтобы было так вот сочно-зелено и чтобы были вот эти вот ромашечки. Ромашечки можно было еще прорисовывать, но мне что-то не захотелось. Может быть, я еще к ним вернусь, не знаю, пускай она постоит. Чуть-чуть схватится, и, может быть, ромашечки я доделаю, потому что мне хочется... Ромашечки я очень быстро набросала, а мне бы, наверное, может быть, хотелось их пожирнее такие сделать. Ну, как я люблю такое. Импасту. Так что вот так вот. Вот так вот. Вторая у меня... работа, и я довольна, понравилась она мне, очень классненько. А на этом все. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. Всем удачи и пока.